Так вот, сейчас уберу проводку до конца, и уже можно будет откручивать и поднимать двигатель вместе с коробкой и с раздаткой. Вот хотел показать. Здесь, в принципе, после того, как все разобрано, удобно подлазить. Ну и короб. Короб у меня откручен. Раскрутил я рулевые наконечники, все крепления, и концы я уже отбил. Поэтому остается только снять их. Раскрутил хомуты зажимные, и сейчас буду выкручивать уже сами наконечники. А эти увезу тоже на пескоструйку и покрасим порошковой краской. Также и эти тоже. Наконечники все мертвые, пыльники. О, не все. Вот этот, а, он зажатый, его делали разборным, поэтому он не мертвый. Эти они все болтаются, все пыльники разорванные. Не хотят наконечники откручиваться. В тисках зажимаю, и вал все равно прокручивается. Буду ее коррозию отжигать горелкой. Вот только так зашевелилась. Коррозия везде все портит, но иногда помогает. Ладно, продолжаю. Открутил сошку снизу на передаточном редукторе. Сошки стоят под углом 90 градусов. Открутил два болта сверху. А не могу я ее вытащить. Она настолько приржавела там, что она даже не шевелится. Я ее уже ВД-шкой залил. Буду ждать. Поддеваю монтажкой с одной стороны и с другой стороны. Она даже и не шевелится нисколько. Ладно, ВД-шка все равно проникнет. За день, за два, за три все равно откручу, вытащу. Короб задний я снял и увез
всю жестянку в малярку. Также на переднем мосту я снял колодки, цилиндрики, трубки. Это все под замену. Трубки переломались. Эти мелочи я уже не показывал. Стремянки отквасил. За 2 недели я их отквасил, и гайки я все открутил. Стремянки остались целые. Отпескострую и покрашу. Также амортизаторы открутил. Здесь длинный болт, он просто сидит на втулке. Снизу площадка под рессору, внизу сидит на шплинту таком вот. Ну и все. Не хочет этот болт выходить. Прокручивается вместе с втулкой, и втулка не дает ему выйти. Тот-то болт пошел, а этот стоит. Сейчас болгаркой его обрежу. Снизу домкратом поджал рессору, чтобы он не падал. Перепилил. Здесь и здесь, с этой стороны выбиваю. Все, передний мост снял, снимаю рессоры и иду на задний. Так, до задней добрался. Сзади у нас площадка вот с таким бортиком. Это правую сторону снял. Стремянки. Также открутил.
эти места, ремни, которые у нас держат, рессоры. Я их в последнюю очередь сниму, на двух болтах два открутил. Рессоры, когда отцеплю, мост останется висеть на ремнях. Снимаю трубку тормозную. И снимаю серьги. Надеюсь, что здесь у меня проблем не будет с этими болтами, особенно с передними, он теми. Очень не хочется их резать, там так неудобно. Пробую, выбиваю. Нет, все здорово с рессорами. С задними не было проблем. Все болты снялись хорошо. Теперь можно открутить и опустить мост. Так. Гайку на кардане открутил последнюю. И со второй стороны. Все, задний мост я тоже снял. Теперь можно снимать топливный бак. Кстати, он стоит и побежал. Дырку разъело. Дошло время до двигателя. Снимаю его вместе с коробкой. Открутил подушки от рамы. Пробую, поднимаю. Здесь кронштейн, по идее, надо открутить от коробки, но так как эта подушка оторвана полностью, я не стал его откручивать. Поднимаю так. Не знаю, сколько он килограмм, но 500 килограмм вот выставил. 500 килограмм на кране. И кран не справляется, его поднимает. Переставлю на тонну и закачу с другой стороны сзаду.
Ну все, поднял я двигатель с коробкой. Вот про траверс, о которой я говорил. Какой силы удар был, на что-то налетели. Так смяли раму, и раму подняло вверх. И двигатель просто жестко лежал на этой траверсе. Сейчас мы ее поправим, выправим, придадим ей форму, посадим на место. Раму в пескоструйку и в покраску. Снял двигатель, опустил его. Остается последний штрих портрету. Вот эти места, торцы сгнили. С одной стороны вообще дыра, а с другой стороны еще более-менее живая. Но в целом рама не гнилая. Поправим вот эту траверсу, которую я сказал. Сейчас сниму бак. Бак у меня уже откручен. Осталось только один болт отвязать и снять его. Бак отвязан. Поставил сзади и спереди в раму новые сайлентблоки, также и спереди, и увожу дальнейшую работу раму. А когда уже придет, начнем потихонечку сборку.